Новый дом культуры распахнул двери в ауле Гельбурган-Абазинского района. О важности события и о значимости культурного учреждения для селян расскажет Альбина Ламкова. Для жителей Эльбургана открытие Дома культуры стало настоящим праздником. Теперь жизнь аульчан станет ярче и интереснее, отмечали все гости торжества. Все эти объекты построены в первую очередь благодаря, конечно, активной работе главы нашей республики, правительства, команде с главами районов, поселений. Это огромный, большой труд. Благодаря этой работе мы смогли участвовать в федеральных программах. И сегодня на выходе мы видим это прекрасное, красивое здание. Хочется поблагодарить строителей, которые построили нам этот замечательный объект. Мурат Озов, поздравив всех с праздником, выразил надежду, что в этом здании будут воспитываться хорошие, талантливые люди, которыми можно гордиться. После торжественного открытия гости направились в здание. В фойе расположилась выставка «Спасибо за победу» с личными вещами участника Великой Отечественной из Эльбургана. На стене были представлены фотографии с известными людьми из села и картины художника Мухаммеда Агачева. Осматривая зрительный зал, все заметили его внушительный размер. Он рассчитан на 250 человек. На экскурсии в библиотеке гостям рассказали о том, что работа здесь уже налажена. Также в новом Доме культуры расположен хореографический зал, помещение для различных кружков и служебные кабинеты. Теперь у эльбурганцев есть все условия, чтобы развивать свои таланты в разных направлениях культуры. Все массовые мероприятия, которые проходили в ауле Эльбургана, проходили в маленьком актовом зале школы. Мы там ютились. Благодаря главе республики Рашиду Борисбеевичу в этом году сегодня мы открыли прекрасный Дом культуры. И этот Дом культуры для жителей аула станет центром притяжения. Школьники, дети будут заниматься разными хореографическими кружками. После официальной части торжественного открытия Дома культуры выступили артисты Абазинского района. Альбина Ламкова, Анжела Джибекова, Руслан Харченко, Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район.